Ну вот, следующий день. Сейчас они собираются более большой буровой установкой пробуривать. В той же дырке, короче, более большую дырку делать. Ну вот, мы почти на месте. Сейчас приедем, посмотрим, перекроем дорогу. Будем смотреть, что там творится. Надеюсь, они еще не приехали. Вот здесь объезд такой по мосту. Вон там трасса. Новая трасса. Здесь недавно реконструкция была. Так, ну я так понимаю, так, дырки на месте. Я так понимаю, пока еще никого нет. Так, будем буриться отсюда же. Как обычно, ё-моё. А, быстрее туда, уже едут. Приезжаешь, никого. А здесь въезд, здесь, как сказать, территория. Гонки проходят всевозможные. Рейсинг, мад-рейсинг. Так, и сейчас мы будем их ждать. Так, сейчас попробуем вовнутря заехать. Что-то никого нету здесь. Не хотят гады работать. И вообще тут никого нету. Какие-то гонки проходили. И проходят. Как говорится, nobody. Так, ну вон он приехал с более большей установкой на другой машине уже. Hey, man. More blokes in a couple more hours here, about another hour. Yeah, that's more okay. More blokes are coming out. Yeah. My job. Aye? My job for one call. Yeah, bigger one. Huh? Bigger one. Yeah, bigger one again. Hey buddy, how's it going? It's a bigger rig, isn't it? Yeah. Да, вот такая вот хреновина тут будет сегодня. Пробуриваться. Thank you.
прошло и 2 часа, все собрались. This one? Ох, ее сейчас шарахнет.
Вот такая хрень тут. Trying to cut out the sunlight. We have a fun inside. Сейчас они на ту сторону протянут, потом вот эту херню прицепят и будут в обратку выбуривать. Здесь метров 200 по другой стороны под мостом.
top that's not going in. Yeah, I know. Hang on, I'll try and bring it back to me. Shit. Daniel, hold right there, mate. How good is that? We didn't need those extra rods. There may have been anything. That's the first one. I wonder. So we have... Bit quicker. Поперли они в обратку курить. По их планам завтра только закончат. Вот. Это жидкость специально смазывающая. Траншею делают и вон туда, где дырка, вот, и вот эту трубу будут тянуть. Здесь такая затычка, вот там они ее спаивают, пластиковая труба.